Обратите внимание, Бог сотворил, взял землю и сотворил, а потом вдунул в него душу живую. Речь о чем идет? Не только о том, что оживил это сотворенное существо. Нет, он вдунул, не взял, не сделал из чего-то, а вдунул душу живую. И вот учение, которое говорит о том, что душа человеческая бессмертна. Это есть действительно дыхание божества. И тем самым Господь показал, что душа принципиально отличается по своей природе от нашего тела. Потому что наши тела подобны телам всех животных. Одни и те же менделеевские элементы. Одни и те же. Душа? Нет. Это другое. Это другой мир. Это другой уровень. И вот в Библии, видите, как хорошо в первых же словах сказано «вдунул душу». Видите, оказывается, душа чем обладает? Верно. И поэтому говорим, душа бессмертна. Когда человек умирает, то мы знаем, что он просто сбрасывает это тело. Но душа бессмертна. Она остается. Остается ее самосознание. Остается в ней все плоды этой земной жизни. Какие плоды? И добрые, и злые. Поэтому так призывает Бог. Призывает Бог, пока вы здесь можете творить. Учтите, там вы уже ничего не можете делать. У вас уже нет тела. Творите здесь добро. Избегайте зла, насколько это можете. Ибо потом, с каким багажом, вы туда подниметесь.